Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о российской певице Наташе Королёвой и ее семье. Последние месяцы череда трагических событий обрушилась на семью Королёвой. Арест матери Людмилы Порывай и сына Архипа негативно сказались на ее здоровье. Судебные тяжбы стоили для Королёвой больших денег. Чтобы мать и сына не посадили, Наталья заплатила крупную сумму денег. Для этого ей пришлось продать две однокомнатные квартиры и одну трехкомнатную в Москве. Плюс ко всему этому был продан и фитнес-клуб, который создал Тарзан, муж Королёвой. Но это стало не последним ударом для нее. Суд постановил изъять имущество матери Королёвой в Майами. Конечно, все понимают, что это было имущество Королёвой, оформленное на мать. Так, был наложен арест на 6 дорогостоящих квартир в Майами, стоимость которых пока не называется, но некоторые эксперты оценивают их в 2,5 миллиона долларов. Также был изъят дорогостоящий Mercedes Prestige класса стоимостью 180 тысяч долларов. Экономические аферы матери и сына дорого обошлись Королёвой, а особенно ее нервной системе, которая дала сбой. Как узнали журналисты, на нервной почве Королёву одолела сильная экзема и начали случаться приступы неконтролируемой агрессии. Успокоительное, которое выписали врачи, не справлялось. Сергей Глушко принял решение поместить жену в санатории, в котором людей лечат от нервных срывов и наркотической зависимости. В клинике запрещено пользоваться телефоном, компьютером и читать газеты. Связь с внешним миром полностью разорвана. Пациенты рисуют, посещают бассейн и занимаются спортом. Курить и употреблять алкоголь также запрещено.